специально для моих зрителей и подписчиков снял ролик о нашей пилораме. Последний раз мы ее запускали лет 7 назад. После того, как мы поменяли специализацию, используем исключительно покупную доску. Пилорама ждет своего часа, возможно, когда-то еще пригодится. Специально для того, чтобы снять ролик, мы ее пытаемся оживить. Вся проблема в том, что никто из участников этого действа систематически на таком агрегате не работал. Каждый из нас имеет лишь отрывочные, фрагментарные знания о том, как все это должно действовать. Но, как говорится, не святые горшки лепят, попробуем как-нибудь управиться. Помочь нам в этом деле я пригласил Александра, который много лет проработал на нашем предприятии и прошел славный путь от простого столяра до руководителя. Сейчас у него свое собственное дело по производству шведских лестниц. Пакет пил, называемый поставом, мы установили в рамку и пытаемся натянуть каждую пилу посредством эксцентрикового механизма. Для этого используются карабины и металлические клинья. Все слегка приржавело и приходится использовать ВД-шку. Пытаемся разработать механизм фиксации бревна. Зубчатые вальцы, установленные спереди и сзади пил, служат для удержания бревна во время распиливания. Противовесы создают усилия для удержания бревна. Именно в этой модели ни гидравлики, ни пневматики никакой нет. Пробуем? Давай. Я понял. Первая попытка неудачная. Ну да. Нихуя. Вторая тоже. Так, ну а ну хай вот так, оно нажато. Я все равно не помню. Где кейс вроде ж был, должен быть звук. Дзень. А, так а тут теперь концевый косо опущен. Ну нажми ее, попробуем, по крайней мере хоть дзенькне, чи ні. О. А ну нажми ще, я попробую подачу. Подача, к счастью, работает. Отпустите. Ну, пробуй. Да. Работает только звонок. Увы, фокус опять не удался. Пошла, родная. Рычаги коробки передач. Подвальная часть пилорамы. Здесь видны маховики, электродвигатель и плоский ремень, соединяющий шкив двигателя и больших колес маховиков.
Это коробка передач. У нее есть свой отдельный электродвигатель. К коробке он подключен через редуктор. Пробуем пилить. Длинных бревен у нас нет. Есть двухметровые дрова. Вот на них и попробуем. Тележка установлена на рельсы и имеет вот такое зажимное устройство. Оно будет удерживать бревно в задней части. Рычагом поднимаем бревно до уровня нижней рябухи. Включаем подачу и зажимаем верхней рябухой бревно. Бревно нужно установить по центру постава. В минуту рамка совершает 285 двойных ходов. Когда бревно появляется с другой стороны, зажимаем его задними вальцами. Во избежание проблем пилим на самой маленькой скорости. Эстафету принимает задняя тележка и с зажимом. Переднюю наоборот отжимаем и отводим для установки нового бревна. Для фиксации концевика пришлось использовать столярную струбцину. Такая пилорама за час может переработать около 10 кубов сырья. Когда мы пилили много круглого леса, у нас было еще две ленточных пилорамы. Одна не очень дорогая, а другая, как говорится, полный фарш с гидравликой, ну и другими прибамбасами. Ничего особого хорошего о ленточных пилорамах я сказать не могу.
быстро, качественно, экономно. Кому понравилось, ставьте лайк. Если не трудно, поделитесь в соцсетях. Кто не подписан, подписывайтесь. Я надеюсь, что на моем канале будет еще много интересного. До свидания.